за цим спостерігала Олена Грицай, вона керівник проєкту «Перекладацька сотня». Не хочу сказати добрий вечір, вітаю вас, який він добрий, ще загинули. Так, вітаю вас, пане Даниле, після такого сюжету дуже важко да, говорити. Ну, да, скажіть, я от не можу цього зрозуміти, вашу ініціативу. У вас ще десятки людей сидять в нашій студії та й перекладають з української мови на російську. Пошто це? Ці зусилля витрачати свій час, відривати від себе, від родини, від якихось. Відривається суттєвий шматок. Якщо ви не проти, я прийду на російську мову, нехай мої перекладачі трошки відпочинуть. Попрацюють. Ми все-таки ми рассчитываем на внимание со стороны аудитории русскоговорящей. Зачем? Зачем? Хочется, чтобы услышали. Все-таки, если сразу говорить о том, на кого направлен наш посыл, я для себя выделила три категории людей. То есть категория, она обширная, для которых мы, украинцы, мы блеем по-хохляцки или по-укропски. Они нас, у меня такое ощущение, что они нас ненавидят, но они постоянно сидят в чате, то есть рядышком они нашли, у вас же нельзя поругаться, а у нас можно поругаться. Вот они ругаются у нас в чате, но они чудесно осведомлены и слушают нас, у меня такое ощущение, что круглосуточно. Ну, дай Боже, пусть слушают. Есть сомневающиеся, которые понимают, что не все то, что им говорят, как минимум, правда в России, промывают мозг, например. Они задают вопросы, они слушают, они иногда плюются ядом, но когда переводчика слышно хуже, сразу пишут: девушки, немножко уберите язык оригинала, потому что нам неразборчиво. То есть есть такие. Если хотя бы эти сомнения углубятся, то я буду считать, что эти 10 часов времени, которые я трачу в день на это, потрачены не зря. И есть большой процент людей, ну как большой, я думаю, из этой аудитории, которая слушает, это процентов 10, максимум 15, которые действительно понимают, что творится у нас что-то страшное, и они понимают, что Россия в этом замешана, и у них чувство вины есть по этому поводу, и они хотят знать правду. Замешана? Она да. Это все спровоцировала это здесь, понятно, и все это организовала. Это нам понятно, а они не хотят это признать. Если это признать, надо уже брать на себя ответственность. Это правда. А Андрей Макаревич сказал, уж простите мне мой русский язык, несовершенный киевский, Андрей Макаревич сказал примерно так, а именно точно так он сказал, пожалуй, этот народ, имею в виду народ российский, неизлечим. Он излечим с вашей точки зрения? Частично. Мне кажется, очень частично. Что говорить? Я родом из Макеевки Донецкой области. И мой дядя, когда мама поздравила его с днем рождения, который живет там, ответила: «Сдохнить бандеребцы». То есть вот даже в нашей стране, наверное, есть часть неизлечимых людей, но мне хочется верить, что услышим. Что Славянск слушает? Славянск, Славянск. Честно, не знаю, как правильно, они себя подумают. Славянск, они говорят. Славянск. Краматорск пишут нам, Донецк пишут, с Москвы пишут, с Питера пишут в чат. То есть, значит, они нас слышат. Но очень маленькая реклама, и многие пишут из России, что мы случайно, зайдя на сайт Роман, увидели ссылочку «Громадская.тб.ру», щелкнули, и оказывается, переводят на русский вот язык. Вот оно, да. И вот они сделали рекламу, вот потому я пришла, собственно говоря, к вам, чтобы те тысячи и тысячи людей, которые вас слушают, которым... Просто мы столкнулись с тем, что русскоговорящие, если которые ближе к границе, они еще понимают украинский язык, а то, что дальше, они как мы польские. Если вот я не изучаю польский, то, в принципе, через минут 5-10 мне уже сложно слушать, я уже начинаю терять ниточку. Вот мы делаем все, чтобы они не говорили, что мы им не рассказывали правду. Потому что мы перед тем, как начинать, мы мониторили, какому ресурсу больше всего люди доверяют. Все-таки Громадск – это лидер доверия среди украинцев, сознательных украинцев. Не обязательно, что это люди, которые были на Майдане. Просто люди, которые думают, вот из респондентов большинство доверяет именно вам, потому мы переводим вас. Это все, конечно, хорошим емким словом украинским сказать, загайна справа. То есть в день работает 6 переводчиков, это все волонтеры, абсолютно. Ребята, волонтеры. Не бендеровцы? Там мы, наверное, все уже бендеровцы в Украине. Бендеровцы, как они говорят, через букву. Бендеровцы, в шарфиках такие все, видимо, в кепках. Переводчиков этих, где я их взяла? Я прошла по всем профильным вузам, какие есть, потому что когда-то, когда стреляли на Майдане, вы помните, мы сидели здесь у вас, мы кинули клич, люди, приходите, помогите. Я вам больше скажу, я никогда этого не забуду. Извините. Мы тогда кинули... Старческая прихоть. Мы кинули клич, помогите, пожалуйста, происходит страшное, люди не понимают, что у нас происходит, давайте им расскажем. Пришло несметное количество людей, они очень хотели помочь, но они не могли. Это квалифицированная работа, которая требует умения. Это языки, украинский, русский, грамматически они похожи, но лексика, совпадение 30 с чем-то процентов, все. И это надо уметь. А синхронный перевод онлайн, тут же вот я разговариваю, чтобы меня перевести, мне надо слушать, и как поток вам совершенно... Они не смотрят картинку, они вот сидят и переводят вот так вот абсолютно все, что говорят синхронно. Это сложная работа. И люди, которые домохозяйки, рекламисты, даже многие актеры, мои коллеги, они пришли, они не могли этого делать. Качество было очень низким. Естественно,
зритель жесток, он не прощает неуверенность и вот эти заикания, нудный перевод. Им надо, чтобы еще и хорошо, чтобы еще и в радийном формате. Вот я рассказываю о том, что я слышу. Я удивляюсь, как они меня терпят, да. Не говоря уже о моих коллегах дорогих, да. Вот мы решили дать им то, что они хотят. Я обошла это. А что они хотят? Они хотят слышать. Не всегда верят, но им интересно, это уже хорошо. Но хотят, чтобы еще это было комфортно, чтобы им слушать было интересно. Хороший голос переводчика, без пауз, затягиваний и брака, без украинизма, без гей-шо. То есть, хорошо, мы даем им такой продукт, мы стараемся. В 90% случаев это получается. Приходят молодые ребята, которые первый раз, я понимаю, что им сложно, я даю им время, мы терпим, мы ждем. То есть у меня в штате сейчас переводчиков по факту около 40, но работает человек 20, которые рабочие лошадки, которые 4-5 раз в день, их 6 человек в день. По 4 часа они работают, иногда 2 человека на смене, иногда по одному, как какой, кто сильнее из ребят, они работают. Но их это, конечно, маловато. Хотелось бы их больше, но сейчас люди уже сами нас находят. Ну, давайте попробуем, простите, что я вас позволил себе перебить, что на этой точке мы поставим три точки. Мы скажем, куда людям, которые захотят вам помочь, куда обращаться. Коллег попрошу, если можно, как-то это визуализировать, эту картинку, если это можно. Да, вот видите, на нашем экране, на ваших экранах появилась стартовая страница наша, и вот там сейчас, если вы внимательно следите за курсором, то вы увидите, что и это магия телевидения. А вот оно и получилось практически. Грузится. Да, а сколько вам людей еще? Вот это вы красивая, конечно, и я рядом с вами, и оно получилось. Да, а сколько, еще раз, сколько, Лена, людей бы вам еще надо было бы? Еще человек 20, потому что это волонтерская работа. И ребята в институте, потом они до ночи бегают туда-сюда. Я понимаю, что это сложно. Я трачу на это время, они тратят на это время. А зачем? Еще раз. Я не умею стрелять, у меня нет больших денег. Но это такая моя маленькая война. Вот я не могу, мне хочется как-то реализовать себя. Я не могу сказать, что я журналист, я скорее радиоведущая. Но мне хочется быть причастной к этому и как-то нашу проигранную в пух и прах войну информационную, ну хоть как-то что-то там выстрелить. Мы ее не проиграли, ее проиграло бывшее государство, это которое да. сделало все для того, чтобы закопать себя, скажу я вам. А в этом вопросе я эксперт, у меня две диссертации на эту тему. Закопать себя, закопать страну и закопать людей, которые в ней имели счастье или несчастье родиться. И в этом смысле я вам скажу, возвращаясь к теме бендеровцев, уж позвольте поделюсь с вами своим ощущением. Да, когда я слышу «Киев не слышит Донбасс», да, это уже мем. Я скажу больше, «Киев не слышит Киев». Вот эти люди, которые тут через дорогу в двух кварталах, они нас не слышат, и им плевать на нас. Ваши как бы переводчики это понимают? Понимают, но... Они с этим согласны? Они борются. Нам хочется верить, что мы хоть до кого-то достучимся. Мы считаем так, если в эфире у нас онлайн 5 человек услышало нас и поняло, что вот мы правду говорим, значит, мы не зря это делаем. Хотя бы так, по крупице. Да. Вода точит камень. Многие люди нам помогают, это очень приятно. Еще раз, Лена, куда людям обратиться? Тем, кто, возможно, нас услышит и хочет вас поддержать. У нас есть страничка на Facebook «Перекладацкая сотня». Там, если ввести просто в Гугле «Перекладацкая сотня», много на нас ссылок, очень много нашей инфографики в интернете. С моими телефонами есть, там, где мы ищем волонтеров. То есть можно звонить, писать нам. Мы находимся в районе цирка, это Дмитриевская, 13А, наш офис, на 19 этаже. Сергей Белоусов, который это все вдохновил, человек, который нам дает офис, который нам помогает, покупает нам печеньки, чайки, делает все для того, чтобы этот проект существовал. Это вот он вдохновил нас на это все. Мы там ждем всех, кто хочет, пусть приходят, попробуем, получается, будем рады, будем воевать вместе потихонечку. Я вам в ноги кланяюсь. Слава Украине! Героям слава!